First is there. It's onto the Razor. It's not looking like it's going to be quite enough damage as of yet. But it's a stone gaze onto several of them. They stole away the Witcher's curse, trying to turn it, but is it going to be enough? I don't think so. Panda's gone for 90 seconds. Lena has to buy back immediately. They need to get her back into this fight. They're doing so much damage from FN here. Hit absolutely a fight. Podcast's gone. That's 2 minutes on the sidelines. That's going to be Lena caught again. Ladies and gentlemen, your ASUS ROG Masters 2017 Dota 2 champions, would you give it up for Team Empire? Погнали, парни. Погнали. Никто ничего не забыл, телефоны. Я видел такую же игру один в один, вот, под которой Virtus.pro играет. Я был уверен 100%, что мы можем ее победить. Ну, с Медузой. Просто Broken ничего герой. Же не делать в конце. Да. Ну, с какой-то минуты. А у нас зомби. У нас такие герои. Нам что расскажешь? Залина хуйня, а не герой. Она вообще никогда не побеждала. Ну как, она хорошо играла. На самом деле, я не понимаю, почему у Лины не было БКБ за всю игру. Вот два комба ставится, ну все, пиздец. В любой момент я ее беру, хватаю, а она без БКБ. Я вот не понимаю, почему. А то есть мы просто круг сделали, я правильно сейчас понимаю? Не, мы наверх поднялись. А, да? Капец, ушан. Вот весь народ, а я тварь. Все нормально. А, все понятно.